Здравствуйте. Я продолжаю разговор в ответ на письмо молодого доктора, девушки, что я, во-первых, беру или я, во-первых, даю. Понятно, что давать мы чувствуем себя нужными, гораздо удобнее, приятнее, чем брать. Мы становимся должниками, но людям, которые живут рядом с нами, мы об этом говорили, очень важно быть нужными, чувствовать себя нужными. Очень важно, чтобы и у них брали. Нам нужно не очень увлекаться тем, что мы других одариваем. И вообще, доктор, я думаю, что вопрос о том, что я даю, это не мой вопрос. Это вопрос их. Мой вопрос, что я беру у людей. Это вдохновляет, это дает силы. Это дает нам ощущение, что этот мир нам подарок, а не мы ему. А когда нам мир подарок, то в этом мире куда как интереснее и увлекательнее жить. Я написал доктору, что я беру. Беру и помню. Беру, и это дает силы. Беру, когда работаю, беру, когда люблю, беру, когда ращу детей, беру, когда лечу. Беру и помню. И это очень важно. Помнить – это дает силы. Всего вам доброго.